Забичка. Дивіться, що за робота. Оп! Всем привет! Днепр на связи, 23:15. Собственно, друзья, что мы имеем на данный момент? Был сигнал воздушной тревоги. Писали мониторинговые группы о большом количестве беспилотников, которые летели в сторону Днепра. Сначала писали, что это 10 штук, 20 штук. Вы видите, снежок начинается, смотрите. Тучка нашла прямо на нас с вами. Гляньте. Сейчас снегопад пойдет. Хотя луну видно. Начинается снег. В общем, писали о большом количестве беспилотников. Писали об угрозе для города Днепр. О том, что с Запорожской области на нас летит. Их очень много. Ну, не знаю, куда они делись. В конечном итоге областная военная администрация отчиталось о том, что было всего сбито 4 беспилотника, один в Днепровском районе, в пригороде нашего города, 2 в Синельниковском и 1 в Криворожском. В принципе, затем сигнал воздушной тревоги завершился. Сейчас еще в некоторых областях он есть. Летают беспилотники. Ну, я так понимаю, что их на самом деле достаточно маленькое количество было. Что еще к вечеру? Ну, не знаю. Писали все о рейдах ТЦК сегодня, завтра. Раздули эту тему, честно сказать, в центре было очень мало мужчин, и просто рядом проходящие люди все разговаривали о том, что рейд ТЦК, там труба, а вот после 8 вечера, а вот после 9 вечера, а вот после 10 вечера, ну, я никого абсолютно не увидел, никаких представителей ТЦК, ни полиции, ни блокпостов. Что случилось со светом? Непонятно, но свет погас. В общем, друзья, не знаю, что там у кого было. Сегодня я никаких рейдов ТЦК вечером в центре города не увидел. Но увидел видео с Черновцов, это просто жесть. Не буду говорить, что это там ТЦК. Люди в камуфляжной форме пытались ударить прикладом убегающего от них мужчину. В сети говорят, что это ТЦК, новые у них методы. По факту на удар прикладом это не сильно похоже. Это похоже то, что пытались ударить чем-нибудь, просто задеть человека, чтобы его обездвижить, не знаю. Но какие-то они нерасторопные, эти сотрудники ТЦК, которые пытались, я так понимаю, принять этого мужчину. Но сам факт, сотрудники ТЦК позволяют себе слишком много. С этим нужно что-то делать. У людей нервы могут не выдержать. Чего добиваются, непонятно. Ведь люди, они имеют чувства. У людей тоже может прийти конец терпению. Судя по тем комментариям, которые я сейчас читаю в локальных чатах, у людей настрой очень и очень агрессивный касательно представителей ТЦК. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вам, друзья, желаю хорошей, доброй ночи. Берегите себя, берегите своих близких. И до нового выхода на связь. На момент съемки видео у нас порядок. Надеюсь, ночь пройдет тихо, без поводов для выхода на связь до самого утра. Всем бобра, целую, люблю. Бывайте.